В Алматинской области в рамках спецпрограммы АОЛ «Ель-БСГ» за 3 года планируют реализовать 80 проектов. Это ремонт внутрипоселковых дорог, водопроводных и канализационных сетей, строительство сельских школ, больниц и домов культуры. На этот год в Министерство национальной экономики поданы заявки на реализацию порядка 20 проектов. Получено одобрение на 4 из них. Все они относятся к сфере водоснабжения и канализации. Из республиканского бюджета уже выделен 1 200 000 000 тенге. В рамках спецпроекта будут отремонтированы водопроводные сети в селах Жандосов и Кыргаулды Карасайского района, а в селе Талдыбулак Талгарского района будет возведена канализационно-очистная станция. Также сейчас составляется перечень проектов на 2020-2022 годы.